Добрый день, друзья, а вернее доброе утро. Наконец-то стабилизировалась погода, ушли лютые морозы, и сегодня мы отправляемся на рыбалку на самое популярное для рыбной ловли место в Свердловской области – это Белоярское водохранилище. Белоярское водохранилище – средний по размеру искусственный водоем, расположенный на территории Березовского и Заречного районов Свердловской области, 40 километров к востоку от Екатеринбурга. Наш район ловли мы определили сразу – это залив Черемшана. В ночном лесу доезжаем до базы и на снегоходе отправляемся к месту ловли. Какая рыба водится? Да всякая! Белоярка довольно разнообразна по видовому составу и представлена как хищниками, так и мирной рыбой. В водоеме присутствуют щука, налим, судак, окунь. Мирная рыба – это лещ, подлещик, карп, плотва, карась, золотой и серебряный, линь, ёрш, елец. Самым многочисленным видом, населяющий водоем, является лещ и подлещик, чебак, а также окунь. Ну, по остальной рыбе места знать надо. Сегодня мы, это я и мой сосед Олег, отправляемся за окунем. Лёва, все здесь, да? Вот мы и прибыли. Здесь... А, Илюха, да? А вот где красный флаг стоял, он там где-то, да? Ага. Может, туда надо где-то где-то налёг? Оттуда, да? Да. Ты видишь, что там ловят? Что там ловят? Да, нам на красный. Что там ловят? Окунь. Окунь. Мы на окунь. Дальше, да. Что, выходите? Поехали дальше. На окунь? Нет. Там окунь, чебак тоже, да? Там окунь в основном. Больше в основном. Там глубина... Полтора-два. А здесь два. Шесть, да. Полтора-два не надо. Мало. Очень мало. Жерлиц стоит здесь? Да. А, ну тогда он не интересный там. Все. Мы дальше пойдем. Готов дальше? Погнали. Поехать на самую оконечность. Будем за мысом ловить на глубине где-то 1,5-2, а то и на 5. Может быть, отойдем на крупного окуня. Время у нас есть достаточно. Хорошо, что ветра нет, уже хорошо. Да? Снежок. Да, снежок пошел, нормально. Нормально все. Погода благоприятствует сегодняшнему развитию наших событий. Но вот так бы мы пешком точно не дошли. Да.
еще заводи наловить. Лучше. Может, в воскресенье мы вот здесь стоим. Да. Да. А может и метров вот 60 отойти, и достаточно, да, туда тоже. Да. Далеко сильно не надо. И все. Руси забирал, тоже хорошо половили оттуда. Когда у тебя? Вчера. Вчера? Хорошо купили. Нормально, да? Грамм по 200. 200-300 даже. Вообще. Ну все тогда. Все мы наберем. Выбираемся. Разгрузились, приехали. Осталось нам только место найти. Прибыли на место. Как всегда, разворачиваем свою уже старенькую желтую палатку, которая служит мне верой и правдой уже 12 или 14 год. Лучше рекламы и не надо. Бурим по кругу лунки, а также прикармливаем. Так, вот три лунки прикормили. Сейчас сделаем лунку одну, ну или две, наверное, в палатке. Хорошо, что погода такая безветренная, не очень холодно, всего лишь, наверное, 8, да? 8-9 градусов. Поэтому есть смысл перемещаться, не сидеть в палатке, а перемещаться вне палатки по акватории. Будем искать хорошего окуня. Все приготовления сделаем, приступаем к рыбалке. Да, ну вот, вот первый окунь добыт, такой хорошенький, не маленький, скажем. Да, Олег? Да, пойдет вообще хороший. Вообще, я думаю, наверное, мормышку надо. Вот такой вот. С ладошку. Ну, да. Ну еще в руки тебе как лопатка. Ага. Не маленький. Вот, достаточно хороший окунь. Так, сейчас ну, все, начинаем ловить. Открыли. Ой, вот наш окунь какой. Сначала есть. Что, достаточно неплохой окунь идет. Все, тут уже второй окунь, который клюет, догоняет на вытаскивание. Вот. А вот этот поймал на безнасадку на козу, на черта, то есть даже, на черта. Вот. Хороший такой окунь, достойный. Ну что, продолжаем ловить. Выходим ловить по кругу. Внутри палатки лунки отработали, но на пока. Вот хороший окунь у нас. Попался. Поймали.
Вот он. Попался. Вот после воздуха можно попить чаю в палатке и продолжить ловить. Как в ней, так и за ее пределами. Нормально ловил? Ну как, Олег, тебе рыбалочка сегодня? Здорово, здорово. Погодка такая, не холодно. Очень хорошо. Ветерок вот сейчас только поднялся, снежочек пошел, а так очень хорошо. Тепло. А рыба-то клюет. Рыба клюет, очень хорошо. Окунек, чебачок одного поймал. Окунек тоже проходит неплохой такой. У меня тут что-то удар такой был очень хороший. Он сорвался. Будем пробовать его поймать. Может, удар даже. Может быть, ну хороший удар был. Хороший такой. Ну, надо пробовать еще. Вот там вот в ряд, где есть луночек, туда засверлиться еще. Ну, дальше. Да. Надо тут сейчас чай попьем, надо дальше засверлиться, потому что здесь глубина так себе относительно вот тут маленькая. Подряд где есть? Да. Не зря вот на ту сторону еще пробовать. Неплохо. Можно рыбачить. Нужно. Ну ты первый раз на этом водоеме в зиме рыбал. Да, да, первый раз. Впечатление. Ну хоть что-то, да, не с нулем. Уже чувствую, что с рыбой поедешь домой. Очень, очень хорошо. Мы же еще продолжаем. Конечно. Рыба-то идет. Да-да. Рыбалка удалась. Вообще замечательно сегодня провели время. Денек хороший такой. Ну, потом ветерок поднялся. Вот сейчас поднялся ветер, вот видите как. А так в целом очень хорошо. Палатка у нас там махает крыльями. Рыба есть, все здорово. Планируем еще сюда приехать, да? Да, по-любому. Вот так. Okay.